Так, 20... Ой, какое 20? 5 сентября 2021 год, Харьков. У нас день сурка, 23-го мы были здесь впервые в зоопарке. И вот теперь мы по второму разу, но уже с мамой. Посмотрим, может за это время что-то поменялось, какие-то новые открылись. Локации. У меня карта не будет. Какую карту? А тебе нужна карта? Пришла раз только по карте. Вот раз за 6. Ну, хотя я вроде все запомнил. Вот. Да. А что, нужно что-то? Ну тогда я хоть чуть-чуть хоть что-то сниму, а то я снял только. Пока что вроде нет. Да, тут нет. Ну тогда не было, и сейчас нету. Ну, надо стоять и ждать. Стоять и ждать? Ну, а годика два у нас есть. А где кто выходит? Ничего не вижу. А что вы где видите, люди добрые? Жорка, ты видишь где-то что-то? А, вон он, подожди. Иди отсюда. Вон он. Блядь. Сейчас. А, да, реально. Вон там он, видишь? Черное пятно такое. Он повернулся к нам лицом как раз. А ну, да я бы затрел. Да подожди, ну как тебе? Жорка, ты шатаешь весь зоопарк, будь ласковым. Ну на, посмотри, ну ладно, подожди, давай сейчас так, я прекращу запись и тогда дам тебе посмотреть, хорошо? Сейчас, я его поближе просто с этого ракурса. О! Да? Отсюда хорошо, Танюш. О, как хорошо. Вон травку живет, ничего себе. Там где мы его прямо отчетливо видно, что ты через деревья смотришь. Какие деревья? У меня прямая видимость. Какой красавец, он травку живет, серьезно. Какие-то пятна. Как это называется? Красится. Так, ладно. Для первого дубля достаточно, думаю. 5 сентября 2022 года.